В очередной раз привет и добро пожаловать на новый ролик по игрушке про бабулю Гренни. Да, на этот раз я все-таки проведу тот эксперимент, о котором говорил давным-давно, не только в предыдущем видео, давным-давно я уже этот эксперимент хотел провести. Еще, наверное, с мая, что ли, или когда, не помню, короче. Но, в общем, я хочу провести такой эксперимент на этот раз с пауком. Так, во-первых, возьму практис, уровень сложности, мне тут бабка не нужна. Я хочу попробовать сделать такой эксперимент. Что будет с пауком, если вот ты положил ему мясо, а затем закрыл его дом. Затем закрыл его дом, да. Хочу посмотреть, что с ним будет. Хотя я смотрел видос один на канале, каком-то, на Топси, что ли, или что-то вроде того. В общем, он этого паука там вот с помощью этого способа переместил на первый этаж. После этого, то есть, паук на первый этаж переместился. Но не сразу, конечно. Я вообще-то тоже еще на старой версии пробовал такую штуку сделать, еще как только и паук появился. Он меня после этого сразу убивал, я даже удрать не успевал от него. И у Топси получилось то же самое. Вот он убил этого паука, то есть не убил, а паук его убил, но потом он, когда новый день начался, он спускается, а паук там на первом этаже, и при этом он его не трогает. Ты к нему хоть вплотную подойди, будет бесполезно. Все равно. Так. Ладно. Что нам нужно? Нам нужен либо арбалет, либо дробашек. Сейчас посмотрим. Собственно, что угодно сойдет. Так. Все. Мне этот ключ больше не нужен. Так, а что нам нужно еще? Нам нужен ключик от комнатки с пауком. И, разумеется, мясо. То чем же мы его кормить-то будем? Так. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. Так, во-первых, покажу вам этот баг. Он реально рабочий. Сейчас вот так вот, оп. Опа! О, все. О, повезло. Здесь как раз ключик от паука. То, что нам нужно. И вылазим назад сквозь доски. Молоток нам не понадобился. Так, идем открывать комнату. Так, ну осталось тогда только мясо. Оп, открыли комнатку. Так, надеюсь, мясо не в той комнате с колыбелькой Слендрины. Потому что это тогда надо молоток искать, еще всякую фигню. Так, может оно в холодильнике есть? Ура! Я был прав. Блин, серьезно, кто ж в здравом уме кладет мясо в ящики? Его ж в холодильнике надо хранить. Вот на этот раз хотя бабка нормальная оказалась. Положила мясо в холодильник. А то, блин, кидает его где попало. Оно ж протухнет. Как ты потом, чем ты потом своего паучка откормить будешь? Он, небось, мясо-то гнилого не жрет. Ему свежатинку подавай. Так, стоять, арбалет, он же там находится. Чё я ступил-то? Так, идем, идем, идем. Да, вот он, арбалетик. Все, понесли его. Бросим его пока вот тут. Так, о, блин, дротик улетел.
Да, ну ёкарный ты бабай. Так. Здесь попробую его кинуть. Стоять! Куда? Ну, куда? Ловись! Вот дурацкий дротик. Чё ж ты такой... Дротик-то шаловливый, блин, а? Да ты... Даёк, макарёк, а? Ах, короче, ну его в жопу этот дротик. Соберу-ка я лучше дробовик. Меньше возни будет. Так. Я вот тут ствол видел. Да, вот он. Остался еще... Замок, или что это там называется, не помню, как это фигня. И приклад. Короче, ну там вот та часть с курком. Как называется, не это, не в курсе. Так, ладно. Несем ствол туда, где ему и надо быть. О, а вот тут как раз часть с курком. Остался только приклад. Ладно, а где приклад тогда? Ищем приклад. Приклад, ты где? Так. Я думаю, что, возможно, он где-то здесь. Если нет, то только в той комнате с этим, как его... С вороном. Так, ладно, сегодня я забагаю паука. Ну или попытаюсь забагать. А в следующий раз я забагаю ворона. У меня такая идея появилась, вот, попробовать. Вот он сидит в закрытой клетке, а я ему в миску этих насыпаю. Зерен. Посмотрим, что он сделает. Так, нет, здесь приклада нету. Спускаемся тогда сюда. Да, вот только гадкий паук не желает еще замерзать. Код от замка, но он-то мне не нужен. Так, тут приклада нет. Нет, здесь канистра с бензином. В клетке у ворона ключ от сейфа. Так, а вот в этой вот комнате с портретом Анжелы... О, приклад! Ура! Так, ну все. Дробашек готов. Идемте теперь. Ну, точнее, тьфу, ты чё я несу-то? Дробаш еще не готов. Что-то я на несколько секунд вперед перескочил. Не. Не нужно обгонять время. Так, все. Вот теперь дробашек готов. Идем с пауком разбираться. Ну да. Халупа, конечно, у этой бабки, не знаю. Вроде нормальная, а вроде и какая-то не шибко. Ну а чё? Это же всего лишь старая бабка. Чё с неё взять-то? Так, всё, дробовик у нас тут лежит. Мы подходим. Берём мясо. Кладём в миску. Бежим к дробовику, берем его, стреляем. Паук нас убивает. Так, а теперь смотрим. Хотя, собственно, с пауком я такую штуку проворачивал в старой версии. И он в результате опять сидел в домике после этого. Короче, ничего не менялось, он продолжал... В доме сидеть в своем.
Так, а в новой версии я как видел, он... Но еще хотя в предыдущей, он перемещался на первый этаж. Нет, не сработало. На первый этаж он не переместился. Хотя у Топси он переместился на первый этаж. Так, ладно. Если он не на первом этаже, то он должен на своем месте остаться. Да, смотрите, вот он. Он сидит на старом месте, но... Но не может попасть в дом, потому что он закрыт. Очуметь. Не, ну это жесть. Так, а сожрать... Ну нет, сожрать он меня, разумеется, может. Он вон тут сидит. Так, понятно. То есть вот как тут работает. У меня почему-то работает так. Так, а могу ли я его покикать? Могу. Все. Хана паучку. Все, я его прибил. Так, но... Вот меня интересует такой вопрос, а повторно открыть дом нельзя? Нет. А закрыть-то можно, а вот открыть нельзя. Так, ладно. У меня теперь другая такая штука появилась в мыслях. Попробовать его... Ну, вот попробовать не просто. Так вот. Еще и сбежать. То есть вот он там сидит, а я от него сбегу. Что тогда будет? Так, ну ладно. Надо тогда по новой начать игру. Так, ладно. Поставлю на паузу, чтоб... Думаю, вам будет неинтересно смотреть, как я опять тут все ищу. Итак, все готово, чтобы начинать операцию с пауком. Так, стоять. А, ну точно, у меня же тут горячая клавиша для паузы. Shift. А Shift у меня также отвечает за бросок предмета. Да, неудачно маленько. Ну, хотя, ладно, мне нормально. Так, кладем мясо. Линяем. Хватаем дробовик. Встаем вот сюда. Стреляем. Так, ну. Чё? Блин, я чё, промахнулся, что ли? Чего? Какого черта, блин? Стоять. Он туда задом забежал. Ой. Ни хрена не задом. Так, понятно. Короче, удрать от него не получится у меня. Потому что если я здесь стану, то он меня сожрет. Я убежать не успею. Так, попробую поискать другие способы его забагать. Может, таковые еще есть. Ну а на этом все. В следующий раз мы будем багать ворона.